Всем привет, канал Мирон Абдулла. Немножко непривычно мне. Тут вокруг столько оборудования понавешал нового. Это очень хорошо, потому что ролики будут становиться все лучше и лучше по качеству. Но, к сожалению, их стало делать труднее и труднее. Нужно уделять больше внимания монтажу, более тщательно прорабатывать детали. И я заметил, что когда я выкладываю каждый день ролик, все это делаю я, естественно, один, помощников пока что у меня нету, и у меня получается так, что я начинаю халтурить. То есть я не дообрабатываю ролики, частенько не делаю цветокоррекцию, хотя уже надо бы, наверное, ее начать делать потихоньку. Просто тупо не хватает времени. То есть вот по накатанной пошел, и все. И у меня... Я вижу, что то качество, которое я хочу получить, оборудование уже для этого качества есть, а времени для этого уже не хватает. Именно поэтому я решил, что теперь в понедельник ролики я выкладывать не буду. Вот в этот понедельник я выкладываю этот ролик, чтобы вас предупредить, дорогие мои подписчики, что ролики в понедельник выходить не будут. И в воскресенье тоже не будут. Будет только 5 роликов в неделю пока что. Если у меня опять не будет хватать времени, я еще один день уберу и так далее до тех пор, пока я не войду в нормальный ритм рабочий, где я буду успевать все делать и чтобы качество все время повышалось. Я смотрю на своих конкурентов, у кого по 1 000 000 подписчиков или почти по 1 000 000, такого качества, как у них, в принципе, я могу добиться, но для этого нужно очень кропотливо работать. А самое главное – учиться. Как это все сделать? Именно поэтому мне нужно время. Время на учебу. На то, чтобы смотреть учебные материалы, чтобы изучать и так далее. Так что поймите меня правильно. Теперь буду менять режим работы. У меня и было запланировано. В 2016 году, если я не наберу 100 тысяч подписчиков к 2016 году, я перейду на более плавный режим работы, который будет увеличивать не количество и частоту выхода роликов, а именно качество. Чего я сейчас и делаю. Вот так. Надеюсь, вам будут мои ролики нравиться все больше и больше. Обязательно критикуйте меня, обязательно. Если вам не нравится цвет, свет, звук, компоновка, какие-то ракурсы, обязательно пишите, обязательно. Это мне будет очень сильно помогать. Очень сильно помогать. Я как раз над этим сейчас, над всем работаю. Всякие вот сейчас вот 2 освещения выставил. А когда и 3 придется выставлять, и когда и 4 источника света у меня будет. И, конечно же, я там накосячу, где только можно. По первости, естественно. Так что давайте критикуйте. Особое обращение сделаю к хейтерам. Как вот канал Крыса там хейтерам посвятил целый ролик. Я им посвящу только одну, как говорится, фразу. Они постоянно любят писать, чтобы я свой канал закрыл, чтобы перестал выкладывать ерунду всякую. Ну вот мой ответ – не дождетесь. Вот так. Буду выкладывать по мере сил. Потому что мне снимать видео и фото очень нравится. С детства, с 7 лет я занимаюсь тем, что фотографирую. И видео снимаю вот с 2007 года потихонечку. Мне это очень нравится. Очень нравится. Поэтому я буду этим заниматься. Мне это просто доставляет огромную радость. А помимо этого еще другие увлечения. И поэтому у меня есть возможность рассказать при помощи видео про все свои интересы. Всем друзьям, подписчикам, ну и хейтерам тоже всем привет. Канал Мирон Абдулла. Ставьте лайки. И вот будет теперь новый режим работы. Вот так. Всем пока-пока. Вот теперь попробуй-ка все. Вспомни, куда тут на какую кнопку нажать. Что, надо рекордер выключить. Подсветку выключить. Свет тоже выключить. Самое главное... самое главное, этот баланс белого все время ставлен на глазок. Наугад. Как там, блин, не знаешь. Вроде поставишь хорошо. Вот сейчас вот без... освещение, баланс белого совершенно другой, изменился, потому что сверху светит лампа накаливания, и свет такой стал чуть ли не оранжевый совсем. Осветили-то лампа белого цвета. Вот. И все это еще будет меняться, улучшаться. Ладно, пойду включать камеру.